Ребята, всем привет! Хотела вам сейчас одну историю рассказать. В общем, еду в маршрутке, присела, и рядышком сидит мужчина, в общем, он, ну, достаточно пожилой, и от него очень воняло чесноком. До такой степени воняло чесноком, что я считала секунду, когда он выйдет. И вот он что-то... А я слушала радио в наушниках, вот. И он поворачивается ко мне и говорит, когда там такая-то там улица. А я не услышала, потому что, ну, у меня же музыка в наушниках. И он говорит, а, глухая, да? Ну, представляете? Вот. Потом я поворачиваюсь, ну, убираю наушники, вот, говорю, ну, я не знаю эту улицу. А он такой, а, глухая, да, да. И причем он нормально слышит, все нормально. То есть ему главное было, ну, сказать гадость на самом деле. Он даже не это подумал, что там бывает. Ну, действительно, бывает у людей такое, и как бы, вот, он просто хотел обидеть. Представляете вообще, ну как, ну зачем, почему, почему люди считают своим долгом обидеть человека, хотя, ну, я могу быть не из этого города, я могу не знать улицы, я могу быть не из этого района, это, в принципе, нормально, ничего такого в этом нет, но, ну вот, как бы, да. Напишите, как вы реагируете на такие ситуации, когда вам хамят в транспорте. Вот, ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!